С 21 по 23 мая в Москве проходила 8-я международная выставка вертолетной индустрии «Хелираша-2015». Сам момент прибытия вертолетов на выставку своим ходом стал первым ярким впечатлением перед официальным открытием, которое состоялось при участии представителей администрации президента Российской Федерации, президента Ассоциации вертолетной индустрии, генерального конструктора УАО «КАМОВ», генерального директора холдинга «Вертолеты России». Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы рады вас приветствовать на 8-й международной выставке вертолетной индустрии, которая в очередной раз встречает гостей и участников в гостеприимных стенах Московского выставочного центра «Крокус». Это значит, что иностранные партнеры проявляют несомненный интерес к российской вертолетной индустрии и стремятся включиться в реализацию совместных перспективных проектов. Речь идет о сотрудничестве в области двигателестроения, разработки и производства бортового и наземного оборудования, средств радиолокационного контроля. Отмечу, что ежегодно в рамках «Хелираша» заключаются взаимовыгодные контракты и соглашения, позволяющие укрепить технологические кооперации, открыть для отечественной промышленности новые рынки. И, конечно, форум привлекает широкое общественное внимание, становится настоящим праздником для любителей авиатехники, для тех, кто интересуется последними достижениями российской и зарубежной конструкторской мысли. Мы заинтересованы в том, чтобы над всеми краями и весями нашей бескрайней страны постоянно жужжали наши вертолеты. В выставке приняли участие 219 компаний из 11 стран мира, предоставляющих услуги в сфере производства, разработки и эксплуатации вертолетов, бортового и наземного оборудования. Наряду с российскими вертолетами на выставке, несмотря на антироссийские санкции со стороны Евросоюза, зарубежные вертолетостроительные гиганты Augusta Westland и Bell Helicopter представили новые модели. В освещении выставки приняли участие свыше 500 аккредитованных представителей российских и зарубежных СМИ. За три дня выставку посетило около 11 тысяч человек. Вертолеты в Российской Федерации – это не просто красивые игрушки. Это огромный сегмент, включающий в себя и военную, и гражданскую, и туристическую составляющую. С каждым годом эта отрасль российской экономики набирает обороты. Казалось бы, очень знакомая техника, которой очень много десятков лет, не стоит на месте. С каждым годом появляются новые модели, уникальные модели, безопасные модели. Вертолеты пытаются не безуспешно догнать самолеты. И скоро мы увидим модели вертолетов, для которых и скорость 500 км не будет фантастической. В павильонах выставочного центра ведущие в области разработки, производства и эксплуатации вертолетной техники компании разместили 16 вертолетов.
5 автожиров – отечественных и зарубежных производителей. Августа Вестланд привезла в Москву отвечающие запросам растущего рынка многофункциональные вертолеты АВ-139 и АВ-189. Вертолет «Ансат», представленный холдингом «Вертолеты России» в медицинском варианте исполнения, пользовался огромным вниманием со стороны как российских, так и иностранных эксплуатантов. Деловая программа выставки «Хелираша» была представлена 46 мероприятиями. Это конференции, круглые столы и семинары, в которых приняли участие свыше 600 представителей более чем 130 российских и международных компаний. На круглом столе по вопросам реализации государственной программы города Москвы в части применения вертолетной техники был рассмотрен опыт ЗАО «Русские вертолетные системы». Особое внимание было приковано конференции «Перспективы развития послепродажного обслуживания вертолетной техники и возможности авиаремонтных заводов холдинга «Вертолеты России». Следующее изменение, почему появилась потребность в разработке стратегии, связано с вхождением в холдинг именно авиаремонтных заводов. Одна из главных особенностей авиационных выставок – это возможность живого общения с людьми, непосредственно связанными с производством и эксплуатацией летательных аппаратов. Это информация из первых уст о настоящих возможностях техники и реальных перспективах ближайших лет. Выставка «Хелираша» в 2015 году проходит в лучших традициях. Напряженная работа, много встреч. И в очередной раз это подтверждает то, что эта площадка, этот формат проходит на самом высоком профессиональном уровне. В первую очередь, конечно, выставка направлена на общение с производителями, с разработчиками техники, увидеть новинки вертолетов, новинки оборудования. Это все настолько концентрировано в эти три дня, что потом еще очень длительное время мы работаем над тем, что было заложено в ходе работы выставки, и считаем, что это очень полезное мероприятие для всей вертолетной индустрии России и в мировых масштабах тоже. Посетители выставки ознакомились с новинками в навигационном оборудовании, наземном обеспечении, радиолокационном контроле и оборудовании вертолетных площадок. По сложившейся традиции, на выставке «Хелираша» 2015 было проведено мероприятие по награждению победителей и лауреатов премии Ассоциации вертолетной индустрии. По итогам конкурса, в котором принимали участие 50 лучших сотрудников от 22 компаний вертолетной индустрии,
были объявлены победители в 8 номинациях. Разрешите мне сказать, что вырос я в семье испытателей, поэтому очень волнительно мне объявить номинантов. И к моей радости это оказывается Терентьев Василий Константинович. Среди победителей и лауреатов – инженеры и пилоты, испытатели и инструкторы, конструкторы и технологи – те, кто вносит весомый вклад в повышение безопасности полетов и внедрение инновационных технологий, в развитие экономики и обороноспособности страны, в развитие потенциала вертолетной отрасли и укрепление ее позиций на мировом уровне.